22 должника попались судебным приставам и сотрудникам ГИБДД. Общая задолженность всех остановленных перевалила за 1 000 000 рублей. Часть долгов пришлось оплачивать на месте. Так, 42-летний красноярец отдал кредит в 175 тысяч, лишь бы избежать ареста своего Ниссана. А вот другую машину пришлось арестовывать. Ее хозяин не оплатил 700 тысяч рублей алиментов 8-летней дочери. У владельцев авто есть 10 дней, чтобы закрыть долги, иначе транспорт уйдет с молотка. На Урванцево горячая вода вырвалась из люков. Во время гидравлических испытаний прорвало трубу. К счастью, провала асфальта и грунта не произошло, сообщают в СГК. Воду откачали, разрушения рельефа нет. Но водителей и жителей советского района просят быть внимательнее на участке и сообщать о всех ЧП в службу 205. Пьяного минусинского лесоруба, который из мести поджег вагончик со спящими рабочими, осудили за гибель человека. Все произошло в Ермаковском районе. После пьяной драки мужчина облил жилье коллег горючей жидкостью и поджег. Один из спящих, с которым у осужденного конфликта не было, задохнулся. Виновник отправится в колонию особого режима на 16 лет, несмотря на то, что год назад его оправдали присяжные. С 19 июля и на 10 дней будет перекрыт проезд по улице Аэровокзальная, 10, в районе автовокзала. Энергетики будут менять почти километр трубопровода с горячей водой, сообщают в СГК. Судя по схеме, объезжать придется по соседним дворам. Красноярцев пригласили принять обет трезвости. Обряд проведут 20 июля в Покровском кафедральном соборе на Сурикова, сообщают в пресс-службе епархии. Если кто-то давно хотел отказаться от алкоголя, общий молебен может этому способствовать, уверены священники. На церемонию отказа от алкоголя необходимо записаться через православное общество трезвости «Неупиваемая чаша». Вы кто такие? Буйные барсуки вышли к туристам недалеко от Новоселова. Семейство из трех зверьков появилось из травы. Животные явно пытались прогнать отдыхающих красноярцев с гравийной дороги. Их рюкали, как кабаны. Туристы решили вернуться в машину, чтобы не связываться с налетчиками. Пострадавших нет с обеих сторон.